Экс-президент Армении Левон Тер-Петросян встретился 3 апреля в своем особняке с главарем карабахских сепаратистов Араиком Арутюняном. Об этом сообщил пресс-секретарь Тер-Петросяна Арман Мусинян. В сообщении Мусиняна говорится, что во время беседы была отмечена важность того, что в условиях российско-украинской войны от армянских властей и оппозиции требуются сверхосторожные риторика и действия, чтобы не обострять внутриполитические разногласия и еще более не осложнять положение Армении, пишут армянские СМИ. Подпишитесь на наш канал Budra News и будьте в курсе всех событий.